душой народа покаяться, пришло время осознать свою виновность перед людьми, перед Богом. Газами, машинами, нефть все заразили. Жить невозможно на этой планете, не в городе. Поезжайте в деревню. Вот нам приехали люди из Канады. И они не могут надышаться воздухом. Радуются, работая здесь, восстанавливая Россию, родину свою. Это у нас приехал прошлогодний еще товарищ Егор Константинович Королев. Вот, правда, пауты его донимают немного. Ну, еще не сделать. Все. Работать надо, больше некогда. Самое главное сказал. О! Теперь что, за дерево? Рубить под корень. Кору снимать, и дерево засохнет. Без коры ему не житье. Вот так. О! Смотри, что тут я нашел. Ох, и сладкая же, на, Егор. Держи. Лизни, попробуй. Вот сладкая, нет. Русской ветлы. Правда сладкая? Ну ты попробуй, скажешь. Правда, нет. Ну и чё? Чё, не сладко? Может, тебе показалось? О, сладость-то какая! На, своим сестрам отвезёшь. А он говорит, это не сладкое. А? Он говорит, что не сладкое. Ну, сладкое все равно. Сладкое. Ну что, Володя, выручай. Время так вечера уже. Наверное, сегодня заканчиваем, давайте. Сколько сейчас? 5:30, как раз. Егор, вынеси вот этот мукатор, еще две пачки тут. И все, я уже не могу. Зиму-то просидел на одном месте. И у меня ноги не держат. Поработаю день, а к вечеру уже устают. А наши топоры лежали до поры. И вот мы вышли на заготовку, чтобы дать ход бульдозеру. О, Игнатий Иванович, смотрите. Это рой пчел. Или что? Не знаю. А? Не знаю, может, и пчелы. Откуда они взялись? Не у Никиты или улетели? Не знаю. Вон они перемещаются. Ну, я не знаю, пчелы ли это. Не похоже что-то на пчел-то. Нет, разлетелись. Это не пчелы. Не, вот они кружат. Вон. Нет. Пчелы более кучные летают. Все. На этом конец. Пока ограда пошатнувшаяся, смотри. Священное писание, говорит, у ленивого человека. Вот зайди сюда. Видишь, как ограда все пошатнулась. Это не лениво, это первый дом был в Потеряевке, батюшки. Но в другом доме. А в этом доме никто не живет. Но ограда-то хорошая, надо забрать бы и попросить у батюшки к нам перенести. Гляди, какой берег-то оказался. Если отсюда он пойдет вот так срывать, это здорово будет. Он начнет развороты делать. А оттуда я не знаю, пойдет он или нет. Надо убрать то, что есть. Давайте, сейчас я... Ну давай, Егор, последние рывки сделай. Тащи.
Не, он есть чурка, привалил его. Где мои 16 лет? Мы его убирать, наверное, будем. Все, Володенька, пошли. Воды попить я принес. Егорушка, попить хочешь? Ну, идем маленько попьем. Прямо из колодца. Холодная вода. Ах, хороша. Иди, Егорушка, попей. У него мама. У тебя мама Мария Егоровна? Да? Отчество. Твоя мама Мария Егоровна? Нет. Нет? А. Ну, давай. Пей. До света. И пойдем. Наверное, на сегодня хватит. С утра пораньше мы сегодня что-то, смотри, весь берег усыпан чурками. И тот пень он свалит. Подцепит его и свалит. Ну, а там уже легче всего. Эту воду надо допить или как вылить, я с собой возьму эту банку. Все на этом, родненько. Давай остатки тут маленько подкатываем. Вот.